Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса города Ульяновска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное лицо, не имея допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, предприняло попытки копирования из электронной базы данных документа, имеющего гриф «Секретно», на свой рабочий компьютер, не предназначенный для обработки сведений, составляющих государственную тайну. Вместе с тем, в результате действий сотрудника оборонного предприятия, незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну, не произошло, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности отсутствовали. В ФСБ России по Ульяновской области в соответствии с пунктом Г2 части 1 статьи 13 и статьи 13.1 Федерального закона о Федеральной службе безопасности в целях предупреждения совершения преступления гражданину Российской Федерации объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 283.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».